Совсем недавно ВКонтакте появился новый проект местного масштаба. Он называется «Покупка прогулки». Теперь прогулку с понравившимся человеком можно купить за символический взнос. Для этого в группе созданы два альбома лотов «Парни и девушки». Здесь же идет аукцион на стоимость прогулки. Подобные проекты действуют уже в городах Украины, Питере и Москве, причем довольно успешно. В северной столице, например, максимальная стоимость лота достигала 20 тысяч рублей. Все деньги пойдут на лечение и реабилитацию больных детей. Заканчивается аукцион, то есть переводит покупатель деньги и уже скидывается ему ссылка на лот. Они с ним общаются, договариваются, где, когда. То есть с организатором проекта, то есть мы вообще желаем, чтобы встречались в дневное время в людном месте. Чтобы без каких-либо проблем вообще было. Потому что некоторые по этому поводу паникуют все-таки. К сегодняшнему дню в Орле выставили себя на аукцион 22 девушки и 19 парней. Пока прогулки еще не начались, каждый лот представляет себе идеальное свидание и покупателя. Для меня идеальное свидание – это просто прогулка по городу и как бы живое человеческое общение. В детском парке можно вспомнить детство, покачаться на качелях. Вот. В городе можно просто пройтись, посидеть на лавочке, опять же, все удобства для общения. Для Гали тот факт, что за нее будут платить деньги, неприятным не стал. Теперь ее называют «Лот Галя». Ради благотворительности можно и потерпеть, признается девушка. Причем Галя и сама не прочь заплатить за прогулку. Первую свою ставку я сделала 300, и как бы потом думаю увеличивать. А это лот Никита. На него уже положила глаз одна покупательница. Со мной 200 рублей, кажется, начальная цена 100 рублей. Конечно, мало. Мало, конечно. Чтобы цены на прогулку росли, Никита обещает отвезти своего покупателя в кино и специально ради проекта приехать из Питера, где он сейчас учится. Лично у меня очень много друзей, то есть я, в принципе, могу познакомиться в более обычной среде. А вот лот Аня захотела участвовать в этом проекте не только из-за помощи детям, но и с целью найти свою судьбу. Это зависит от людей, я думаю. Вот, если люди друг другу понравятся, то, конечно, почему нет. Не только Аня, но и многие другие лоты все же надеются, что такая прогулка может перерасти во что-то большее. А пока аукцион набирает обороты, сами прогулки начнутся в 20-х числах апреля.